Всем привет, друзья! Рада видеть вас на моем канале. Сегодня у нас на повестке дня настоящий помощник для кухни – посудомоечная машина Weisgauf TDW4006. Разберем, что делает ее такой популярной, какие у нее фишки и, конечно, какие есть нюансы. Все, что нужно знать об этой модели в этом видео. А ссылки на товар, как всегда, в описании. Не переключайтесь, будет познавательно! Weisgauf TDW4006 – это компактная настольная посудомоечная машина, которая своим стильным и минималистичным дизайном идеально впишется практически в любую кухню. Вы только представьте, она занимает совсем немного места, но при этом решает одну из самых больших бытовых проблем – гору грязной посуды. Этот малыш легко поместится на столешнице или в любом свободном углу, сохраняя при этом ценное кухонное пространство. И да, не забудьте заглянуть в описание под видео. Там я оставила для вас ссылки на проверенные магазины и, что самое приятное, специальный промокод на скидку, чтобы вы могли купить эту посудомойку еще выгоднее. Weisgauf TDW4006 – это посудомоечная машина, которая порадует не только своим компактным дизайном, но и множеством продуманных функций. Давайте разберем, что же она умеет. Для начала она может одновременно помыть до 6 комплектов посуды, и это все благодаря эргономичным корзинам, которые легко адаптируются под любую посуду – от тарелок до кастрюль. Вам не нужно беспокоиться о том, как все это уместить. Здесь все продумано до мелочей. Но это не все. Важно и то, что у вас есть выбор среди множества режимов, каждый из которых идеально подойдет для разных типов посуды и уровней загрязнения. Например, быстрый режим – это настоящая находка для тех, кто ценит свое время. Всего 30 минут, и посуда снова блестит. Правда, этот режим не включает сушку, поэтому он отлично подойдет для посуды, которую можно просто оставить высыхать на воздухе. Режим «Стекло» – это настоящая забота о ваших бокалах, стаканах и других хрупких предметах. Мягкая мойка гарантирует отсутствие разводов и блестящий результат. А для тех, кто хочет увидеть чистую посуду уже через полтора часа, есть режим 90 минут – быстрая и эффективная программа для повседневных нужд. Интенсивная программа – это ваш главный союзник в борьбе с пригоревшими остатками еды и другими сложными загрязнениями. В то время как экономичная программа позволит сэкономить воду и электричество при мойке менее загрязненной посуды. Стандартная программа – это золотая середина. Она подходит для большинства ситуаций, будь то посуда после семейного ужина или остатки после вечеринки. И, конечно, не могу не упомянуть таймер отложенного старта до 8 часов. Это просто находка для тех, кто хочет запустить машину на ночь или перед уходом на работу, чтобы вернуться к уже чистой посуде. Еще одна полезная функция – возможность дозагрузки посуды в начале цикла. Забудь про те моменты, когда обнаруживаете забытый прибор уже после запуска машины. С Weisgauf TDW4006 это не проблема. Управление у этой модели полностью электронное, интуитивно понятное даже для новичков. Все настолько просто, что вы быстро освоитесь и начнете использовать все возможности этой машины на полную. А чтобы не беспокоиться о возможных протечках, Weisgauf TDW4006 оснащена системой AquaStop, которая обеспечит защиту от затоплений, даже если произойдет повреждение шланга или гидроудар. Надежность на высшем уровне. Я провела небольшой анализ отзывов владельцев посудомоечной машины Weisgauf, и вот что мне удалось выделить. Начнем с минусов. Неудобное размещение глубоких тарелок. Отсутствие часов или таймера на дисплее. Нет режима быстрого ополаскивания. Иногда не срабатывает люк для таблетки. Теперь о том, что понравилось покупателям. Хорошее качество мойки. Легко встраивается на кухонную полку. Оптимальная вместительность, надежная конструкция и сборка, 6 режимов работы, есть режим мойки за 30 минут, практически бесшумная работа, звуковой сигнал по окончании цикла. На этом у меня все. Если вам понравился обзор, обязательно загляните в описание под видео. Там вас ждут ссылки на магазины и скидочный промокод. Делитесь своим мнением о модели в комментариях. Мне будет интересно почитать. Ну и, конечно, если хотите видеть больше таких обзоров, подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Спасибо за внимание и до скорых встреч!